В России отметили День семьи, любви и верности. Впервые эту дату начали праздновать в 2008 году, который, как и нынешний, 2024, проходил под эгидой Года семьи. Как в городском округе Люберцы чествовали главных виновников торжества, покажем в следующем сюжете. День семьи, любви и верности – праздник, который имеет православные корни. 8 июля церковь вспоминает благоверных князей, супругов Петра и Февронию. Они считаются небесными покровителями брака. Именно поэтому праздник всегда начинается с молитвы. На протяжении многих лет этот праздник отмечали на территории Преображенского собора. В этом году локацию поменяли. Главную аллею Центрального парка украсили портретами люберецких семей. А для детей организовали мастер-классы и игры на свежем воздухе. Семья – это ценность, самая важная ценность, это фундамент нашего общества. Без семьи невозможно развитие, комфортности проживания, ощущений, любви. Поэтому хотелось бы всем пожелать здоровья, любви, домашнего уюта. С праздником! Главные герои праздника – юбиляры семейной жизни. Супруги Блиновы вместе уже 50 лет. Золотую свадьбу отметили как раз накануне Дня любви, семьи и верности. Прочность семьи зависит от уважения, любви, уступки, чтобы уступать друг другу. И ценить в каждом человеке, вот он во мне, я в нем. Огромнейшую заботу. Заботу по любому поводу. Я хочу пожелать всем семейного тепла, уюта, благополучия, взаимопонимания, любви обильной в семье, ну и здоровья. Люди, которые сейчас находятся под особым вниманием, семьи участников СВО также приняли поздравления. Благодарственное письмо главы Люберец вручили Олесе и Равшану Даврановым. Среди награжденных и многодетные семьи городского округа Люберцы. Семейная жизнь Абросимовых активная и яркая, насыщена концертами и мероприятиями. Еще одним подарком для всех гостей стал праздничный концерт под открытым небом. На сцене Центрального парка выступили артисты городского округа. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.